почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литерева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. В наших трехминутных передачах мы стараемся говорить о новинках современной русской и зарубежной литературы и обойти вниманием новую книгу Анны Козловой «Ф-20». Лауреата премии «Национальный бестселлер 2017» просто невозможно. Книга эта невелика по объему, 239 страниц текста, напечатанного нормальным шрифтом, на этом нормальности заканчиваются и начинается беспросветный, безжалостный, непрекращающийся ужас. Да, дорогие слушатели, вы можете прочитать весьма лестные и футурологические аннотации от Александра Снегирева, лауреата русского букера 2016, и депутата Государственной Думы Российской Федерации, писателя Сергея Шаргунова. Мол, это сильный, лихой, безжалостный, смешной и глубоко драматичный текст. Но важно в данном случае составить собственное мнение, объективное и исчерпывающее. Итак, перед нами трагическая история двух сестер, больных шизофренией, Юлии, она же рассказчик, и Анюты. Не думаю, что этот текст претендует на обобщающий охват течения болезни с нескончаемыми названиями всяких таблеток и на беспощадный анализ социальной среды. Чтение не из приятных. Устойчивое вкрапление мата, неприглядные сексуальные сцены, ненормальность окружающей среды. Так и вспомнишь Чехова. Ненормальное – нормально. Но у Козловой ненормально все и все. И больные, и здоровые. И как бы я неуважительно не относилась к Сергею Шаргунову, его вопрос: «Боже, кто в нашем мире болен на самом деле?» после прочтения Козловой заслуживает ответа: «Поголовно все». И две сестры-шизофренички с диагнозом F20, параноидальная шизофрения, приступообразный тип течения с нарастающим дефектом личности. И отец, занятый вечным поиском физически удовлетворяющей его женщины. И мать с пожизненной любовью к сожителю Толику, с которым она познакомилась в ШИС-диспансере. И частная учительница одной из сестер Марина Александровна. И пьющая мама Толика. И жаждущая свидания с консьержем одинокая старушка Милена Львовна. А еще у Юли жгучая любовь к поляку Марыку, которая закончится самоубийством юноши. И каждую душевную травму героиня опасной бритвой фиксирует на своей коже в виде иностранных слов. Это трудная и глубокая книга. И помним, «Нацбест 2017». Есть о чем подумать. До новых встреч! «Дай почитать».